Открытый город снова собрал неравнодушных жителей Чебоксар. На этот раз на вопросы отвечали заместитель главы администрации города Чебоксара по вопросам ЖКХ Герман Александров, глава Ленинского района Николай Прокопьев. В актовом зале школы номер 10 не осталось свободных мест. Откровенные разговоры о путях развития города пришли поддержать около 100 чебоксарцев. Эту встречу жители Ленинского района ждали давно. Площадка «Открытый город» стала местом встречи неравнодушных горожан с руководством города. Вопросов накопилось немало. Многие из них горожане приготовили и в письменном виде. Нет скамеек, да? Скамейки на зимний период мы их убираем. 1 мая во всех скверах и парках они все будут обратно восстановлены. Всего за вечер рассмотрели более 20 вопросов. Касались они развития микрорайона, переселения из аварийного жилья, строительства парковок, ремонта дорог, проблем ЖКХ. Причем на большую часть вопросов горожане получили ответы сразу. Некоторые городские службы взяли на контроль для дальнейшей проработки. Тем, кто живет здесь, не безразлична ведь судьба наших дворов, территорий, дорог. А здесь я почерпнула, во-первых, много информации, нужной для себя, то, о чем я не знала. Ну и, соответственно, вынесла ту информацию, которую хотела сама узнать, но не знала, кому ее задать. Спасибо за эту встречу. То есть организовано очень хорошо, приятно, как в кругу семьи. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.